Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я магнит для большой удачи. Говорим один раз, вы посмотрите, что сегодня будет удачный день. Ну а теперь важное послание Вселенной на 3 апреля. Бесконечные моменты. Сегодня Вселенная напоминает нам о бесконечности моментов, из которых складывается наша реальность. В этот день пусть каждый из нас найдет гармонию между своими желаниями и мечтами, связями и внутренней свободой. Жизнь – это цель выборов и возможностей. Проявляйте заботу, доброту и будьте осознанными в каждом своем решении. Переступайте через страх неизвестности, приветствуйте новые возможности, которые расширяют горизонты вашего бытия. Задумайтесь на минуту о том, что каждая улыбка и слово поддержки имеет значение, каждый жест нежности, проявление терпения вносит свой вклад в общее благополучие. Сегодняшний день – это призыв к активности и созданию. День, чтобы начать новые проекты, обновить старые связи или просто проявить радость и благодарность за живую природу вокруг себя. Пожертвуйте свое время тем, кто в нем нуждается, подарите частицу себя, и это вам все возвратится умноженным. Этот день обязательно наполнит вас силой, уверенностью и творческим вдохновением, чтобы вы смогли внести свой уникальный вклад во вселенскую мозаику жизни. И на протяжении всего дня обязательно проговариваем такие слова. Я обеспечиваю всеми благами себя и близких мне людей. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будет только благо.